После тяжелых побед в первом туре над новой генерацией тюменцев ждали домашние встречи с Синарой. По итогам этих двух матчей сибиряки набрали только одно очко. Не мудрено, что поединки подкинули пищу для размышлений новому наставнику Тюмени. Ну и повод посудачить болельщикам. Следующих матчей с Норильским никелем все ждали с нетерпением. Ведь очень хотелось увидеть, как бронзовые призеры прошлогоднего чемпионата будут реабилитироваться. И нужно сказать, начало первой встречи заставило трибуны Центрального приуныть. Уже на первых секундах гости открыли счет. Обычно, без особых затей, стеночка принесла успех команде Константина Маевского. Отличился Сергей Пономарев. Что касается первого мяча, у нас какая-то есть такая болезнь. Может быть, мы входим в сезон, и нам не хватает какой-то концентрации чуть-чуть. Именно на первых минутах первой смены, хотя мы все проговариваем, разбираем всегда эти моменты, но все равно потеряли чуть-чуть концентрацию, пропустили. Я думаю, этот гол нас, наоборот, как бы взбудоражил, и мы начали, поймали уже свою игру, хотя мы не реализовали очень много сегодня моментов из выгодных позиций. В середине первого тайма тюменский новичок Филиппы результат сравнял, а затем наступила голевая засуха. Как ни старались хозяева нестись шашками на голо, поразить ворота гостей у них никак не получалось. И если не получалось у футболистов Тюмени, получилось у игроков Норильского никеля, причем с пользой для сибиряков. После прострела Вадим Цай отправил мяч под перекладину собственных ворот 2-1. И мгновенно в механизме команды Маевского что-то надломилось, и тюменцы принялись, как из пулемета, расстреливать ворота гостей. До перерыва успели отличиться Александр Давыдов и Иван Милованов. Во втором тайме картина игры не изменилась. По-прежнему у гостей ничего не получалось, а сибиряки продолжали забивать. К 43-й минуте счет был уже 7-1, причем седьмой гол первым же касанием забил Артем Антошкин, который только к этому времени появился на площадке. Кроме него, болельщиков радовали Филиппы и Андрей Батарев. Но это было еще не все. Под занавес матча Роман Аносов еще раз поразил ворота Греута. Но поезд, как говорится, ушел. 7-2, победа МФК Тюмень. Норильский никель мы разбирали перед игрой этого соперника. У них новые игроки, иранцы. Очень достаточно сильные, которые угрожают все время, с ними тяжело играть. Но, в принципе, мы сегодня, на данный момент, мы с ними справились. На мой взгляд, поражение сегодня мы заслужили на то, какое получили. И, наверное, в сегодняшней ситуации даже необходимо было встряхнуть команду, потому что некоторые из футболистов стали думать, что мы сегодня такая команда, которая может за счет класса что-то где-то чего-то добиться. Я каждый день повторяю своим футболистам, что прежде всего мы должны соответствовать во всех компонентах игры, в дисциплине и, самое главное, в выигрыше единоборств. Сегодня в какой-то момент Тюмень нас просто сломила, и ключевым моментом стал конец первого тайма. И все наши попытки вернуться в игру сегодня оказались неудачными, поэтому я поздравляю коллегу, команду Тюмень с такой уверенной победой. И могу сказать, что мы заслужили такое поражение. Второй матч подопечные «Сарата» начали агрессивно. Они сделали все для того, чтобы не допустить повторения истории первой встречи. Если говорить о потерях, то у Тюмени в заявку не попал только Ильдар Нугуманов, у которого небольшое повреждение. А вот у Норильского никеля отсутствовал ключевой игрок, новичок команды, голкипер Назари Мустафа. Мы не только потеряли человека во вратарской линии, а все-таки в связи с тем, что команда наша только строится, и нам необходимо иметь тот фундамент, те какие-то опоры в команде. То есть Мустафа один из тех людей, который обладал опытом, обладал харизмой. Ну, я надеюсь, что все нормально будет. А вот сибирские ключевые и харизматичные фигуры были на площадке. Начало очередному разгрому положил Ферал. Правда, через 3 минуты Константин Чащин вернул надежду игрокам и болельщикам Норильского никеля 1-1. Но это был день Тюмени. Сибиряки проводили классные атаки, и даже неопытному болельщику было видно, что победа будет сегодня у хозяев. Возникал только один вопрос – какая она будет? Частично на него подопечные «Сарата» ответили в первом тайме, когда в ворота Василия Белова влетело еще 2 мяча. Отличились снова Ферал и Сергей Абрамович. Во втором тайме сибиряки продолжали наращивать преимущество: Иван Лобков, Андрей Батарев и Иван Милованов. Вот кто пополнил список забивающих у Тюмени в этот вечер. Гости же смогли организовать только одну результативную атаку. Как итог, 6-2.
Да, мы сделали хорошие выводы, то есть мы провалили первую игру с Синарой, так как все-таки первый матч перед своими трибунами, поэтому немножко нервозность, скованность была. Вторую игру мы отыграли замечательно, сделали выводы, поговорили после игр, то есть тренировались всю неделю очень замечательно, хорошо, с боевым настроем, и как тренировались, так и сыграли. Был момент, да, вчера в первом матче, как бы такая появилась немножко нервозность, то есть спасибо, что забили такие важные голы, то есть забили то, что надо, и не позволили сделать это сопернику, поэтому я думаю, счет не отражает действительности игры, то есть все было намного сложнее, и было играть очень тяжело. Очень многие вещи мы попытались исправить по сравнению со вчерашней игрой. Но, опять же, есть такие ошибки, которые не должны себе позволять. Игроки Суперлиги, мы разговаривали вчера, разговаривали позавчера, то есть голы Тюмени явились следствием наших ошибок и за результат закономерен. Nesse fim de semana o Norris, que não teve no nível que ele está acostumado, tenho certeza que ele vai voltar a crescer, fez as duas primeiras rodadas muito bem, e a gente teve sorte, a gente soube ser competitivo, que é o mais importante. Действительно, a Суперлига – очень серьезный чемпионат, один из самых сильнейших, и действительно, ошибки здесь дорогого стоят. И Норильский Никель за предыдущие матчи показал, что команда, с которой действительно нужно бороться, команда, с которой нужно очень серьезно уважать. И я очень рад, что мои игроки услышали меня о серьезности этих матчей и подготовились максимально. Таким образом, после двух домашних побед тюменцы вышли на первое место в турнирной таблице. Следом идут «Дина» и «Динамо», у которых на две игры меньше. Следующие игры сибиряки проведут на выезде. Соперником будет «Газпром-Югра». Николай Токачев специально для Ассоциации мини-футбола России.